Перед концертной программой участники и организаторы дали пресс-конференцию. Арт-директор фестиваля, известный пианист Денис Мацуев, рассказал, что примет участие во всех концертах. В программе их три. Два симфонических и шоу «Классика и джаз». Со сцены Зимнего театра будут звучать сочинения Чайковского, Рахманинова, а также музыкальные шедевры Вебера, Сен-Санса и других классиков. И, конечно, джазовые импровизации. Это в финальном концерте. В год юбилейный мы открываем здесь, в Зимнем театре, потрясающем абсолютном месте. Я его очень люблю. Вы знаете, что третий год своей крещенды в июле проходит здесь. Целая россыпь молодых уникальных талантов приехала сюда. Вообще, за десятилетнюю историю фестиваль побывал в 5 странах. В его рамках выступили 95 молодых музыкантов. Концерты посетило более 65 тысяч зрителей. Напомню, фестиваль крещенды – это форум молодых талантливых исполнителей. Его участники – это лауреаты и победители престижных мировых музыкальных конкурсов. В этом году на сцену выйдет один из лучших симфонических оркестров страны – имени Светланова. И добавлю, что нынешний фестиваль в Сочи впервые пройдет без его бессменного ведущего Святослава Белзы, который ушел из жизни в начале июня.